Здравия желаю, уважаемые пользователи и подписчики. Продолжаем замеры солнечной панели, эффективной солнечной панели. Значит, вот, как видите, горит 5-6 лампочек. 6 лампочек. Так. А включили 5-ваттную. 5-ваттную включили. Сейчас я вам покажу ее, что она 5-ваттная. Так, давайте посмотрим. Открутим. Вот выкрутим и посмотрим. Вот, 5 ватт. Видно, да? Вот сейчас я ее выкрутил. Лампочки, видите, не горят. Сейчас скручиваем. То есть КПД весьма высокий. Точно не могу замерить, потому что, но выше там 230%, там не меньше. Почему не могу точно замерить КПД? Вот видите, вкрутил 5-ваттную, а эти тоже на 5 ватт, 6 штук, и горят. То есть видно, что КПД выше намного. Сколько точно, вы сами понимаете, замерить невозможно. Вот. Потому что не точно, это я вчера говорил об этом. Правда, там критики было много, что это самое. Ну, извините, ребята, там на килограммы. Киловатт измеряется в килограммах. Неизвестно чего. Поэтому только можем вот сравнительно, видите, сравнительно видим, что КПД выше. Тут одна горит, а тут 5, а тут 6. Понятно, что КПД выше, то есть это можно на 6 комнат провести, правильно? И дать освещение в 6 комнатах. От одной лампы, значит 5 ватт тратим на эту, а в 6 комнатах у нас будет освещение гореть. Вот такая схема. Насчет КПД будем все это позже считать. По уже... Мы только видим, что она больше, а уже точные замеры. Позже, когда у нас будут инструменты правильные, а не амперы. Все это замерим. Спасибо за внимание. Желаю всем крепкого здоровья и исполнения всех заданий.